болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Измайлов утверждает, что Дмитрий Тарасов сильно ударил его в одном из ресторанов столицы. По его словам, в компании Тарасова также были еще два его одноклубника. Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчук 1 мая курили кальян в одном из заведений Москвы, заявляет Измайлов. «Смотрю, закурили кальян, алкогольный или нет, не знаю. А когда Тарасов начал еще и выпивать, я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака», но мне стало обидно, что такое вообще возможно», – рассказал Измайлов. Возмущенный таким поведением спортсмена, он решил сделать соответствующее фото и разместить его в своем аккаунте в Инстаграм. Затем, по словам Измайлова, к нему подошел бывший супруг Ольги Бузовой. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь. Ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком, ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал, и тут моментально подлетели еще человек 5-6, поведал Измайлов. У одного из них был пистолет. Он также нанес фанату удар по лицу. Между тем сам Дмитрий Тарасов отрицает свое участие в описанном конфликте. Это бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было, такого не было. Кто-то хочет, наверное, провокацию какую-то устроить, рассказал футболист.